Кемеровской области объявлен трехдневный траур. Там в минувшее воскресенье в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» вспыхнул пожар. По последним данным, погибли 64 человека. Десятки горожан числятся пропавшими без вести. Среди них много детей. По информации МЧС, площадь возгорания составила 1600 квадратных метров. Огонь, напомню, вспыхнул на верхнем этаже торгового центра днем ранее в 16 часов по московскому времени. По одной из версий, возгорание произошло в батутной комнате, где были дети. Кто-то из ребят поджег зажигалкой находившийся там поролон, после чего огонь быстро распространился по всему зданию. По другой версии, огонь вспыхнул в кинотеатре. Есть и третья – неисправность электропроводки.